Я вам даю 100 тысяч рублей, если вы к нам приведете швею. Как думаешь, я кину Вадима? Не знаю. У нас большие проблемы. Проблема, Вадим, как раз таки в тебе. Я у тебя все забрала, что я тебе собирала. Типа, это неправильный путь. Ну ладно, ну Вадим. Сайт, IT-продукт. То есть продаж не ждать. Я тут тачки себе прокачал. Просто в гугле вбил СПБ, поклейка, пленки. А там еще, кстати, один из владельцев, мой подписчик. Очень приятно. Все интересуется, и потом узнает, как у тебя после. И позовут, и машину помоют, и изнутри помоют. Пацаны, вообще, ребята. Че скажешь, Ренат? Это невозможно смотреть. Вот ощущение, что встал. Шишка стоит? Ага. Есть мем, типа, я че, зря качался? Че вы на меня не смотрите? Диски я сделал в другом месте. Были два старые, но че-то вот не знаю. Эта машина как бы должна быть более такая футуристичная, такая как Decepticon. Вот у меня CL9, он автобот, блядь, Optimus Prime. А это должна быть такая более резная какая-то, задорная, попугайная. Вот, диски сделал. Они надо в движении. Ну, потом обзор снимем. И на L9 снимем обзор, когда все придет. Чтобы не просто про обычную тачку снимать. Ты не торопись, сосредоточься. Мы пока лагерь разобьем. Тормоза маленькие, блядь. Теперь вот для таких дисков нужны нормальные тормоза. И вот эти, наверное, красненькие или, не знаю, какого-нибудь цвета другого. Не, ну лучше, да. Вчера что-то я такой, блядь, типа... Что-то я другое ожидал. Сегодня вроде уже что-то хожу. В принципе, да нет, прикольно. Прикольно, Донат? Это что за тюнинг? Такая красота, какая роскошь. Не, здесь, короче, логотип так себе. Это здесь в дизайн это не особо предусматривало. А вот тут появится видео. Там уже прям, ну, такой хороший логотип, видный. Он все время вниз такой статичный. То есть в зависимости от того, как ты едешь, он все равно будет вниз. А здесь так, просто заглушки. Да не, ну хорошая стала тебе машина. Хорошая? Да ты заебал. Мне нужно социальное одобрение. Вот что ты, блядь, вытягиваешь себя? Лайки поставьте, это, блядь. Че я деньги потратил зря? Не, ну точно 100% лучше, чем вот это вот серое, то, что было. Пошли отклеивать. Спиной сядь. Да, 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 туда жопу. Нет, прямо смотри. Не так, было красиво, блин. Давай, садись. Вставай. Садись. Еще раз садись, снимаю. Ага, шевелись тут красиво. Пойдем, да, иди красиво. Давай. Ну, давай красиво делай. Угу. Да, ну оно некрасиво. Ну я же вижу по этим вещам, что ну, они в тренде, это приятно. Вот это я вижу, вообще зачастую не коррелирует ни с чем. В курсе, что людям сейчас нравится все мягкое, нейтральное. Смотря какой фабрик. Приятное. Никто же не хочет носить вот эти дискомфортные вещи. Хотя другого. Тяжело разговаривать с людьми, которые вообще не следят за трендами. Не ходят в спортзал, ничего не делают, вообще непонятно что. Так у нас для этого есть команда. Кто-то следит за трендами, кто-то следит за цифрами. Мы все должны усредниться и дать какой-то результат. Статистически. Так вот мы его хотели сейчас дать. Ты нас оскорбила. Шо, побежал к мамочке жаловаться, что тебя оскорбляют? Давай соси хуец. Не пойми, мы разные вещи сейчас обсуждаем. Что нужно шить, это одно. Мы это делаем, мы к этому идем. И то, что мы неравномерно вообще рекламируемся. Это же нелогично будет, если у нас 60% это трусы мелькают каждый день в Инстаграме, а они приносят 20% продаж. Это же нелогично. Это, наоборот, очень плохо. Старые топы, они не дают высунуться новинкам, это факт. Действительно, новинки тяжело пробиться. Теперь надо определиться, как мы это делаем. Как нам все это заравномерить, чтобы это действительно правильно шло. Реально, дать сейчас на все равный трафик. На все. Вот вам и трафика больше нет. Трафик пошел не туда. Ренат, я не могу так работать. Мне как творческой личности... Тяжело. Это что за хуйня? Сейчас протестим бургер. Ну, я не помню, какой он должен быть, чтобы прям сравнивать. Нормально? Как будто как батин носок. Чё, охуешь, что ли? Ты же слегка потухший, уставший. Ну, кетчуп всегда спасет любую еду. Тебе вкусно? Вкусно. Ему заплатили. Сейчас! Дорогая, ты скоро? Еще 5 минуточек.
Здесь у нас отдел дизайнеров. Ребята, посмотрите, что у меня есть. Вот. У меня есть микрофон. Кто хочет его взять и что-нибудь рассказать нам? Мы готовим вот такие вот брелки, которые будем вкладывать как подарки для всех наших покупателей. А еще давай расскажем, что у нас скоро появится детская коллекция. Да, будем выпускать фэмили-луки и просто луки для ваших девочек. Мы делаем принты, которые вас точно выделят в этой массе. Как у тебя дела? Я делаю сумку для наших будущих кроссовок. Вот вы обычно, бывает, покупаете обувь, открываете коробку, а там, во-первых, ваша обувь в мешочках, а есть еще один пакет, непонятно зачем. Вот я делаю его. Я с ним хожу в магазин, там, в Ленту могу с ним пойти, за хлебушком. Очень нужная вещь. Так, ну здесь мы... Что делаем? Что-то тут... Ой, ну вот это надо закрыть. А здесь мы что-то делаем. Документацию измерения делаем. О, мне кажется, тут нужен перерыв. Да, ну какой перерыв? Нет, нет. Перед тем, как мы пустим тяжелую артиллерию, может, не будем? Да, конечно, ложусь. Two hours later. Что не рекламируем, то не продается. У нас есть такая гипотеза, мы ее применим и к Ане, и к отделу блогеров. Мы будем стимулировать продажи конкретных категорий, основываясь на складских запасах общих, больших, основываясь на рейтинге продаж по трем площадкам, которые подготовил Никита. На основе этого мы делаем подсорт, накладывая сезонность, будем рекламировать и смотреть на динамику продаж. Здесь статистика по заказам. Удалось получить заказов на 1 800 000. При этом Аня сделала 1 200 000. Да, это по поводу того, Аня как инструмент продвижения. Собственно, сайт, IT-продукт. То есть продаж не ждать. Он смирился с этим, что сайт не продает, топил и решил из этого сделать не продажи, а информационную какую-то базу. Молодец, Олег, молодец. Все квартал, IT-продукт зачеркнут. Информационный портал. Собственно, запустили новый сайт. Это мобильная версия представлена, есть десктопная версия. В стилистике Bonafide. Вот смотри, ты выбираешь дизайн сначала, да. Цвет, изображение. Отлично, дальше что происходит? Дальше ты выбираешь сумму денег. Дальше. Дальше оплата, три шага. Дальше у меня где что приходит? Так, стоп нахуй! Ира худеет. Ира худеет. На моей памяти уже сколько лет? Она периодически срывается, но почему в этот раз... на 6 килограмм похудела до больницы? Набрала? Да. И на сколько? А вообще у них спор с Вадиком. Ира должна худеть, Вадик должен перестать пить энергетики. Я должна была пойти в спортзал. Я 4 месяца хожу стабильно в спортзал, но что-то они как-то меня подставили. Ну ладно, я ем брокколи, вот смотри. Брокколи с лососем я ем. Видно что-нибудь? Все, давлюсь. Вообще-то я норму уже сделала. Вадим говорил, 2 килограмма в месяц. Я за февраль в больницу 8 сразу скинула. Значит, я ничего не должна уже. Посмотри на этих замечательных людей. Все, все готовы к примерке. Будем примерять сейчас очень много вещей. Работаем. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Мы примеряем такой красивый рашгард. Вот такой вот. А, какие-то новые велосипедки в очень красивом сливовом цвете. Кроссовочки. Она должна обтягивать. Да. А мы туда латекс не ставим? Вот опять мы вносим правки в эту кофточку. Примерно уже 15-е правки. На процесс создания одного изделия бывает уходит больше года. Мы добиваемся прям идеальнейшей посадки, чтобы на любую фигуру потом эта кофточка села и выглядела просто великолепно. Оля, ты понравилась очень подписчикам Вадима. Тебе приятно? Да, мне очень приятно. Деньги или любовь? Блин, ну это на самом деле такой вопрос сложный. Деньги или любовь? Любовь. Следующий вопрос. Сколько должен зарабатывать твой мужчина? С моими запросами, ну 200-250, наверное, в месяц.
Кругом шлюхи! Ну не, на самом деле я не настолько. Мне важно. Ты самая лучшая женщина на свете. Вы были сегодня на нашей примерке. Всем спасибо. Покупайте нашу одежду. Как у тебя дела? Денег не хватает. А что? Ну, народ в компании. Бизнес, бизнес. Ну, скоро станет легче, и мы будем быстрее расти. То есть, мы сможем больше тратить денег на компанию. Мне кажется, есть фраза «раньше было лучше», а ты мне постоянно говоришь «потом будет вот, лучше». Ну, вот, видишь, вот. Типа, все говорят, что я нытик, но на самом вот, деле... Вот-вот сейчас будет лучше. По своему мышлению, тому, что я говорю, на самом деле, я да, типа, скоро будет лучше. Да, у нас скоро будет лучше. А в России хуже, да? Все будет хорошо в России, Вадим. Не, ну... Стало же хуже. Доедешь, пиши. Ну что именно хуже? Платежи уходят хуже? Платежи, возможности путешествовать. Да ты как раньше не путешествовал особо, так и сейчас особо не путешествуешь. Понял нахуй. Не было бы дефицита кадров, не было бы инфляции. Окей, а что-то стало лучше? Ты же можешь назвать? Что стало лучше? Давайте напишите в комментариях. А ты сама можешь сказать? У меня все стабильно, я могу сказать. У меня все хорошо. Да, этот экстремистский инстаграм хуже стало? Упали показатели, упали. Девочки, вы упали. Давай что-нибудь позитивное. Когда все товары придут, casual запустим в полной мере, тогда действительно будет большой рост. Надо, нет. Ну не буду я пробовать. Да ты мне вот тыкаешь в лицо. Зачем? Мы же открываем новый цех. Ты в курсе? В смысле, я в курсе, я его уже открыла. В принципе, там чистовая отделка, но нам надо оборудование расставить, электрику сделать. Может, машинки купили, уже стоят. Сейчас будем набирать персонал. А вообще идея... сотрудников. Звучит персонал, как будто бы мы... От слова персона вообще-то. Набираем? Мы будем набирать сотрудников. Ребята, мы растем, но у нас по-прежнему проблемы с мощностями. Проблема в том, что швеи, как правило, выбирают себе ближайший цех, чтобы у них была шаговая доступность. Это реальный факт, поэтому мы решили сейчас очень много швейных мини-цехов открывать по всему СПб. Но вообще замысел стать монополистами в швейке, открывать цеха в разных районах по Санкт-Петербургу и захватить весь швейный мир. У нас есть в СПБ и в Шымкенте швейные цеха. Я вам даю 100 тысяч рублей, если вы к нам приведете швею, если она у нас проработает хотя бы 3 месяца. Звучит как прогрев. Если у вас есть швеи, ваша мама, ваши родственники или вообще хоть кто-то, просто приглашайте к нам, мы научим. Тут, кстати, есть подъемные, плюс какую-то сумму мы доплачем. У нас диапазон зарплат, не поверите, условно от 40 до 200. Да ну нахуй! Реально до 200. Ну, естественно, они перерабатывают, но тем не менее. То есть это достижимая цифра, они просто так взяты. Средняя, наверное, будет 70-80 по больнице. Пользуйтесь. Акция действует полгода. Ирин, дадим телеграм, связывайтесь с швею с Сырой, она сюда ее нанимает, все официально. Специально в белую. И, собственно, если человек проработает, то вы получаете 100 тысяч рублей, если швея проработает хотя бы 3 месяца. Как кайф. Можете со швеей поделиться. Полтинник туда, полтинник сюда. И через 3 месяца можете просто съебаться соткой. Что за бизнес, сука?